Мы всегда готовы, настроены, заряжены. Я думаю, что все пройдет хорошо, как всегда. У меня наряд немножко не подходит, будем переодеваться. Сейчас, конечно, волнуюсь. Вот. Начинается заставка, и, Раис, я тебе скажу, когда вы вступаете. И мы решили, значит, спросить тех, кто пришел сюда к нам в студию, и поинтересоваться, что же они хотят спросить у Сергея Ильича Мельникова. Про какую я говорила? Но он похож на него. Белый или бежевый? Проход головы будет у нас здесь. Оттуда с дверей будем встречать, и вот в студии будем провожать. Вопросы хотели бы задать. Для них уже. Вот так и жить.